Если человек родился 1 сентября, он просто обязан стать учителем. Возможно, так думала мама Артема Варюшина, педагога Одинцовской гимназии номер 4. Можно сказать, в семье потомственных учителей родился ребенок, судьба которого уже была предрешена. Это случилось 35 лет тому назад. В нашей семье этой традиции, да, уже, наверное, в сумме более 170 лет, если всех посчитать наших представителей. Вот. Ну и также приятно отметить, что я родился 1 сентября, поэтому фактически другого выбора у меня и не было. И это очень приятный выбор был. Тот самый 1984 год предопределил дальнейший профессиональный выбор. Перед глазами юноши был пример родителей, который помог понять, что педагог – это успешная и очень интересная профессия. Но осознание того, что учитель – это его призвание, пришло к Артему только после 5 лет работы. А за 15 лет стажа молодой педагог выработал свой особый метод под названием «обучение с увлечением». Пожалуй, мой главный метод – это чтобы детям было интересно на уроке, и всегда стараюсь влюбить в предмет, и сам люблю его, и, собственно, влюбить предмет ученика, самое главное. То есть такое, такой ваш подход. Да, такое обучение с увлечением. Помимо преподавания, Артем Викторович осуществляет классное руководство. Его ученики отмечают, что он не только отличный педагог, но и замечательный человек. Он нашел очень хороший подход к нам, он старается быть с нами на одной волне, он шутит, он ведет себя очень позитивно, открыто, и с ним всегда можно пообщаться на дополнительные темы, спросить какие-то дополнительные вопросы на уроке, он всегда прекрасно на них ответит. Артем Варюшин воспитывает 2 дочерей. Уже ясно, что старшая продолжать династию не будет. Ну а у младшей еще есть время подумать. Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».